Добрый день, компания Zapkia. Вот залетел к нам автомобиль Kia Ceed универсальчиком 1.6. Проблема со сцеплением. Человек решил сам поменять его. Купил сцепление, приехал к нам. Все банально. Вот он взял такое сцепление фирмы Sachs. Не могу вам сказать, то ли или не то. Сейчас просто разберем, посмотрим. Ну что, выжимной, корзинка и, соответственно, сам диск. Видите, тут для непонимающих, ну или когда вы разбираете и бывает забываете, вот написано, какой стороной ставится. Написано Gearbox Side, сторона коробки. В общем, сейчас разберем наше сцепление, посмотрим, как оно ставится. Ничего тут сложного, вытаскиваете привода, разбираете подкапотное пространство, снимаете стартер и снимаете коробку. Сейчас мы это выполним. Что, замена сцепления идет полным ходом. Смотрите, надо будет снять нам корпус воздушного фильтра, его сняли. Он идет там, с таким абсорбером. Вот сняли аккумулятор, площадку под аккумулятор. Вот видите, клеммы отведены. Отвели рабочий цилиндр от коробки. Вот она, видите, вилку толкает. Он на двух болтах. Отсоединили стартер и верхние болты по периметру, которые в доступе, их открутили. Сейчас вывесим машинку. Достанем привода, ну, соответственно, снимем колеса и открутим нижнюю часть, освободим подушку и болты по периметру. Сейчас это сделаем и посмотрим. Вот мы добрались с вами до низа нашего седа. Что нужно сделать? Нужно нам вам шаровые открутить, вот они. Для чего это делается? Чтобы вы могли опустить рычаг вниз, а кулак поворотный отвести и смогли выдернуть привод, потому что так места нет. Для того, чтобы его достать, надо будет вот здесь вот расплинтовать ее и открутить гайку. Смотрите, здесь на этой модели отлично снимается, снимается без подрамника, он, видите, смещен назад и открывает нам вообще в свободном доступе коробочку. Вот она, опора нижняя, про которую мы до этого говорили, ее откручиваем, вот у нее болты идут по периметру. И не забываем, что нужно было по-хорошему слить масло из коробки, потому что когда привода снимете и опустите ее вниз, по-любому потечет масло. Сейчас мы это выполним, ну и посмотрим, как крепится диск сцепления к двигателю. Смотрите, сняли нашу коробочку сюда, вот нам открывается вилочка с выжимным, покажи, как ходит. Видите, вот так работает. Ну, она ржавая. Ну и шум идет на подшипники. Явно слышно, что перекаты идут вам, не знаю, наверное, не передаст силу микрофона на шее. Смотрите, ну вот, наше сцепление, оно выглядит вот так. Снимается просто по периметру, болты откручиваются, вот они. Откручиваете, сцепление снимется вместе с диском. Центруй диск только когда ставит, но это мы покажем. Вот нам, видите, даже видно уголок стартера, он чуть, мы его до конца не доставали, чтобы не снимать впускной коллектор. Мы его чуть назад подали. В общем, в принципе, сейчас мы снимем и посмотрим на состояние диска. Как видите, маховик, ну, не имеет ни трещин, визуально износа никакого нет, подтеков масла нет. Это по поводу заднего сальнего коленвала, если что. Смотрите, по диску, что у нас? Подшипник шумит, сам диск, видите, он даже видно, что фиолетовый, перегрет. Вон сколько всякой всячины напаталось с него. Выработка вот она есть от выжимного. Ну, в принципе, сам выжимной тоже спекся. Поэтому мы уже сравнили. Дай, пожалуйста, диск новый. Вот он наш. Со сцеплением человек угадал. Оно одинаковое. Приступим к сборке. Что могу сказать? Обычно... Да и необычно, всегда диск сцепления центруется, прежде чем прикрутить корзину. Мы сейчас покажем, как это сделать, когда будем собирать. Вот у нас мы прикрутили корзину, но не затянули. Для чего? Объясняю. Нам нужно сейчас отцентровать диск сцепления, и затем мы уже по периметру протянем корзину, чтобы диск никуда не ушел. Для чего это делается? Для того, чтобы первичный вал на коробке попал точно по центру, и вы смогли попасть на направляйки и стянуть коробку и двигатель. Вот у нас имеется в наличии вот такая направляйка. Ну, в принципе, не суть важно. В разных сервисах по-разному. Кто-то болт скотчем отмазывает, кто-то
первичный вал держит. Вы просто, прежде чем притянуть, должны, получается, направляющий диск, вот он, села плотно, направляйка входит в маховик и не дает диску сцепления двигаться по оси. Теперь протягиваем корзину сцепления и устанавливаем наш новый выжимной и устанавливаем коробку в обратной последовательности. Собрали мы наш седок. Не буду скрывать, уже даже попробовал, повключал скорости, подвигался, все работает. Скорости втыкаются легко, без посторонних звуков. Ну, обычно как, пробуют заднюю скорость, переднюю, там любую, чаще всего пятую включают, самую высокую, и трогаются. Все отлично, она работает, так что не ломайтесь, приезжайте. Да, кстати, забыл, маслица свежая, мы залили в коробочку, там все просто, два болта, сливной и уровня. Всем удачи, до свидания.